Привет! Это второй день нашего стерео-лета. Мы снова в порт Сивкабель, и сегодня здесь просто потрясающая погода. Так что быстро пойдемте смотреть на людей, болтать с ними, слушать кого-нибудь и классно проводить время. Да? Да. Сколько можно, Аманда, тусоваться на наших фестах? Всегда. Всегда. Сколько раз ты уже... Просто в каждом видео, с каждого фестиваля есть Аманда. Аманда как Corner Be Free. Ну, это второй раз. Первый раз я была на ВК-фесте. Чё ты врёшь? Второй. А, да, вру. Я ещё была в галерее Garage Sale. Это не правда. Ты сколько раз была на ВК-фесте? Один. Нет. Да? Нет, да. Два раза. Один. А ещё где ты была? Garage Sale, в галерее. Что такое гараж сейл галерея? Пока. Я надеюсь, те, кто сейчас же очень модно корить тех, кто ест мясо и все остальное, я всех очень уважаю, но я люблю мясо, так что мы пойдем искать шашлык. Смотри, какая прикольная тусовка у нас в нашем бифрикорнере. Просто Питер – это стиль, просто стиль вообще. У них какие-то прикольные штуки. У нас уже он есть, это я. Точно. Я-то думала, что мне нужно в этой жизни, мне ж парень нужен. Ладно, ребят, отдыхайте, классного мне. Парень, ты меня так сильно ранил. Почему Лобода не приехала на стерео-лето? Светлана, обращаюсь к вам. Я думала, это один такой большой палуба, а это два палуба. Туда-обратно, видимо, один зад, другой назад, знаете, вот это вот, как говорится. Короче, я тут, у меня просто было разочарование века, потому что я очень хотела во второй день как красиво, в общем, доехать до стерео-лета и узнала, что, типа, вот Тинькофф и вот эти вот все ребята, они организовали вот такие вот классные кораблики, которые из центра Петербурга везут тебя до порт Сивкабель. 25 минут, по-моему, ты идешь туда, 25 минут обратно. И я так хотела вот так вот красиво прям ворваться в эту жизнь. И знаете, что я узнала? 3200. 3200. Дорого. Дорого? А ты вставишь сюда? Три двести! Не будем издеваться над человеком. Он живой. Очень клевые, на самом деле, корнеры на стерео-лето. Я такая, реклама. Ты заблюришь потом, я надеюсь? Вот, и положа руку на сердце, прям приятно. Сколько раз мы уже тусовались на этих фестивалях, и мне кажется, стерео-лето один из таких самых приятных, комфортных и разнообразных по количеству корнеров и всяких развлекух, вот, фестивалей. Я не закончила предложение, да? Короче, какие там слова у нее в песне? Я даю тебе слово, что домой не водила никого. Сейчас будем плясать. Да. Вот так вот под Айгел. Я даю тебе слово, что домой не водила никого. Пока тебя не даю слово, что домой не водила никого. Всех переодеть. Уважаемые друзья, ну кроме Мумитроля, он был прекрасен. Приходите к нам в Бифри. Мы вас оденем. Второй день подходит к концу, и сейчас мы пришли на еще одних фронтменов стерео-лета. Это Little Big. Я сейчас буду танцевать ни одной песни, не знаю, но буду.
Знаю, на самом деле, знаю. Знаю. Когда они выйдут? Когда они выйдут? Когда они выйдут? Гитара!